Все. Едем, да. Ты отрубился? Да, я. Нет, все, не ты отрубился, я отрубился, отрубился. Да. Нет, ты не отрубился. Поехали!
Вы
постоянно в такие моменты. Если я что-то делаю, не связанное с упражнением, это значит, что вам нужно просто продолжать без меня. Работай, мышцы ног. Спасибо. Начнем через 4.
Все, всем остальным не нужно ничего менять. Вам просто нужно подумать над тем, стоит заниматься этим или нет. Скамья в положении римской цифры 3. Наклон и передняя нога поднята. Я вам долго поработаю, вы работаете как было. Начнем работать через 8. 7. 6. Bye.
Снимай!
вот так. Мальчишка, можно побольше? Thank you.
Thank you.
Поздоровайся. Будь вежливой. Так, ребята, если захотите там то же самое повторить, то вот я включила специально другую музыку. Я думала, что эту не... Вот сейчас я послушала его, он точно не будет воспроизводиться на Ютубе по-любому. Вот, поэтому только с VPN будет открываться видео, но вы сможете все равно эту тренировку повторять. Если дома есть штанги, можете повторять. Если дома нет штанги, здесь можете взять разборную. Душно просто сейчас. Вы молодцы сегодня. Как могли, старались. Ну, ругаться тоже, да, не на что. Если бы вы... Собачка. Если бы вы когда-нибудь были бы сильными, бы ладно было. А так, ну, собственно, не было и... И нет. И чё, да, чё ждать? Так, ну, давайте я такое предложение. У меня, значит, в следующую среду, несмотря на то, что это декабрь, будет уже декабрь. Не будет еще, но яблорь будет, но яблорь. Тогда давайте в следующую среду сделаем еще вот это. Потом предлагаю чуть-чуть бросить вес. То есть начать сначала. Сред, мальчики. А? Да. Не, не физически. Ну, похудеть можно, конечно, к декабрю. Но если не получится, то со штанги. Девочки, до 7,5 давайте сбросим. Девочки, которые не успели эволюционировать, ничего сбросить не получится, к сожалению. Ну, ничего страшного. Вот, мальчики, можно, вот, Олег, можно с 20-ки перейти на 15, например. То есть мы поменяем упражнение. Упражнение. Че? Да, все убавим. Все, ребята, спасибо. Вы молодцы. Приходите.